Новости. В студии с новостями Юлия Окунева. Здравствуйте. В Петрозаводске проверят освещение улиц. Об этом заявила замглавы городской администрации Юлия Мизинкова. Проверку уровня освещенности перекрестков и пешеходных переходов в Петрозаводске будут осуществлять власти города совместно с ГИБДД. Так, с наступлением сумерек количество жалоб на плохое освещение улиц города резко возросло. За месяц в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило почти 100 обращений, сообщает ГТРК «Карелия». Традиционная ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции открывается сегодня, 5 октября, в Петрозаводске. Торговые ряды будут развернуты на площадке на пересечении улицы Инженерной и Октябрьского проспекта. По сообщению Министерства сельского хозяйства, в ярмарке примет участие более 30 местных товаропроизводителей. Ярмарка продлится с 5 по 14 октября. А 1 ноября столица Карелии примет грандиозный юбилейный концерт группы «Любэ». Он посвящен Дню народного единства. С творчеством «Любэ» связаны судьбы нескольких поколений. В следующем году группе исполнится 30 лет. Концерт популярного российского коллектива пройдет в Петрозаводске в спорткомплексе «Луми». Билеты уже в продаже. На этом наш выпуск завершен. Подробности читайте на сайте ПТЗ «Говорит». С вами была Юлия Окунева. Впереди вас ждут любимые хиты на радиодаче. Музыка нас связала. Спонсор выпуска. Компания «Адуавто». «Адуавто» принимает аккумуляторы на вес. Это очень экономный, очень выгодный процесс. Притащил 190 и поставил на весы. 2400 мне дали, чуть не лопнули трусы. «Адуавто» экономит каждый грамм вашего аккумулятора. Чем больше весит ваш аккумулятор, тем больше ваша скидка на любую покупку и ремонт в любое время. А замена аккумулятора абсолютно бесплатна. Замена бесплатна. И все это у «Танка». 77 37 55.